Всем привет, дорогие друзья, с вами Дони, мы сегодня играем в GTA 5 Реальная Жизнь. Друзья, у нас сегодня на самом деле не очень много планов. У нас сегодня гонка, друзья, та самая гонка, вторая из четырех. Я подумал, что я не буду сегодня заниматься пирамидой Стивена, потому что это, ну как-то, я не уверен, что мне хватит времени, поэтому, друзья, не будем сегодня заниматься пирамидой Стивена, не будем никого убивать. Да, на самом деле, это входит уже в привычку, но, ребятки, сегодня мы этим заниматься не будем. Наверняка у вас возник вопрос, почему я сел на велосипед и поехал куда-то в непонятном направлении. Друзья, дело в том, что я тут на днях нашел новый скейт-парк, очень вроде как интересный, и сейчас я направляюсь именно туда. Хочу немножко отойти от темы и сказать, что, друзья, у нас на канале 1000 подписчиков, это так круто. Спасибо, что вы меня смотрите, друзья. Это наше такое небольшое совместное с вами достижение. Я надеюсь, что вы будете со мной дальше, и мы достигнем куда больших высот. Сейчас хочу немножко сказать по поводу качества ролика, друзья. Дело в том, что некоторые писали мне в личку, кто-то писал в комментариях под роликами, что почему там 360p, либо 480, либо 720p. Друзья, на самом деле качество ролика 1080p. Просто если у вас почему-то сейчас показывается другое количество кадров, просто подождите пару минут или обновите ролик. Я не знаю, просто YouTube почему-то не загружает ролик сразу же в 1080p. Он сначала загружает его 360, 480, ну почему-то так вот он загружает, я не знаю, ребятки, это, в общем, на самом деле не моя вина, вот, надеюсь, что вы меня поймете. Еще, ребятки, как я давно обещал, у нас набралось 1000 подписчиков, а это означает, что у нас назревает розыгрыш, друзья. Буквально на днях я сделал отдельный ролик, в котором я объясню все условия розыгрыша, но, в общем-то, все в подробностях расскажу, и что будет в качестве приза и так далее, друзья. Так что ждите, буквально через день, через два я выложу отдельный ролик. Так, а мы тем временем уже подъехали в этот скейт-парк. На самом деле, такой удивительный скейт-парк, он находится на крыше какого-то здания, то ли магазин, то ли еще что-то. Смотрите, друзья, такой есть прикол. Наверняка многие из вас помнят, кто смотрит мои ролики, особенно с самого начала. Смотрите, помните это место? Наверняка многие помнят. Я здесь жил буквально, когда у меня еще была первая серия, я жил здесь, вот в этом вот мотеле, вот в этой вот двери, которая прямо под нами сейчас здесь вот. Я не помню, какой там номер, честно говоря. Вот я там жил, меня там ограбили, я помню. В общем, есть такие воспоминания. Но теперь мы живем в хорошем доме, у нас есть машина, и, в общем-то, я могу позволить даже в свободное время проводить вот так вот для развлечений, кататься на BMX, в скейт-парках. Это прикольно. Кстати, здесь никого нет, и удивительно. Или там есть кто-то? А, да, кто-то есть, да? Ну, людей почему-то мало, на самом деле, не знаю, чем это связано. Вау, тихо! Осторожно. Так, я уже, на самом деле, начал здесь кататься, ничего не сказал, но, в общем-то, я уже начал кататься. Так. Так, вот аккуратненько. Там чувак какой-то слушает музыку, прям какой-то рок жесткий. Панк-рок, точнее. О, тихо! О, охренеть, как больно! О, блин. Дичь. Ребятки, охренеть. О, блин, как больно. Блин, рука. Блин, ребятки, в руке больно. Ой. Ну я, конечно, тот еще горе-боемиксер. Ладно, ничего, вроде как живой. Слушайте, там вроде как, там, где будет гонка, там есть скорая помощь. Я обращусь к ним, может быть, они меня немножко подлатают. Вот мне интересно, здесь такой трамплин, и куда он? Куда лететь? А, наверх может, туда? Ну, прикольно. Нет, туда не хочу. Забавно, конечно. Так, здесь есть такая вот еще небольшая рампа. Ну, блин, я на самом деле понимаю, почему здесь никого нет. Потому что если здесь вылететь, то вообще-то там просто вылетаешь на дорогу и просто трупак на ровном месте. Не, я покатаюсь сейчас на этой вот рампе, и, наверное, все. Это мне хватит. Вау. Блин, слушайте, как-то немножко опасно. Никого нет, ребятки, поэтому... Да что такое-то, а? Я вылетаю за пределы этой рампы. Здесь никого нет, друзья, поэтому я не могу никого попросить заснять меня на GoPro. Как-то... Вау. Опять вылетел, да что такое-то? Вот фигня. Ладно, ребятки, я потом, может быть, с Джонни приеду, он меня заснимет. Так, ладно, потихоньку туда выдвигаемся. Знаете, что я так подумал? Я, может быть, не буду менять на машину нашу. То есть я не буду к машине ехать. Или, может быть, мне забрать машину. А, да, ребятки, наверное, если машину заберу, то мне обратно потом, скорее всего, ночью ехать. Как-то не круто. Сейчас мы так через дворы быстренько туда едем. Особенно, если мы будем ехать вот так вот, да, через все эти вот кустики, через все тут заборчики. Вау, как высоко. Ух ты, офигеть. Опасненько, вообще опасненько, просто, вау. Сейчас будет мое самое любимое место. Люблю эти мостики вообще здесь, на них можно так попрыгать, прикольно. Здесь бывает машина какая-нибудь проезжает, можно по крыше проехать, вообще прикольно. Мы уже довольно-таки близко к дому подъехали, друзья. Сейчас мы сядем на машинку и поедем в сторону гонки. У нас сегодня гонка, еще раз напомню.
Так, здесь у нас машинки, ни в кого не врезаться. Если я помню, я перепрыгивал, сейчас могу. Вау, тихо-тихо-тихо. А, блин. Зараза, офигеть. Слушайте, сегодня день неудачи, даже не знаю, может сегодня на гонку не ехать, а? Блин, офигеть, уже падаю второй раз за сегодня. Ладно, поехали-ка мы поспокойнее. Ладно, вообще очень травмоопасный, конечно, этот спорт такой. Гонять на BMX-ах. Ну что, BMX у нас в гараже, отлично, теперь можно ехать на гонку. Гонка, ребятки, будет на Вайнвуде. Я вообще заметил, что они часто на Вайнвуде проводят гонки. Не знаю, с чем это связано, честно говоря. Так, ну что, потихоньку выдвигаемся. Мне вообще утром позвонил мой помощник по гонкам и сказал, что сегодня должны появиться 2-3 новые тачки у фирм. Просто, видимо, после прошлой гонки кто-то понял, что они выбрали неправильную машину и решили сегодня поменять. Ну, на эту гонку решили поменять машинки, я не знаю вообще на какие, но мне сказал, что вот будет 2-3 новые. Ну, посмотрим, друзья, посмотрим. Надеюсь, что там, ну, не знаю, что-нибудь не супер такое крутое. В принципе, у нас офигенный Dodge Hellcat. Реально очень крутая тачка. Я вообще рад, что мы подписали контракт именно с Liberty Walk, потому что, ну, ребятки, именно у нас есть офигенный Dodge, который реально модернизирован внешне, он реально офигенно выглядит. Но вот я гонял, например, и видел, что реально, наверное, у нас у единственных машина была модернизирована, потому что вот возьмем, например, там Supra была обычная, стандартная, ну внешне, может быть, внутри она была какая-нибудь крутая, но внешне она была стандартная. Лансер, ну Лансер был занижен, я помню, немножко, но это все равно фигня, ребятки, то есть у нас реально офигенная модернизированная тачка. Посмотрим, что будет сегодня, может быть, команды какие-то, ну, решат, что им нужно что-нибудь изменить. Посмотрим, я пока, честно говоря, вообще сам вливаюсь во всю эту индустрию, то есть я пока вообще не в теме большинства, что происходит в этих гонках. Вообще, моя основная цель на эти 4 заезда доказать, так сказать, спонсорам, что я могу гонять и на более крутых тачках. То есть, конечно, Dodge прикольная тачка там, но гонять там, как мы гоняли на Макларене, реально куда круче, друзья. Ну, вы понимаете, наверное, со мной согласитесь. Одну гонку мы выиграли, это круто, друзья. Кто пропустил эту серию, посмотрите обязательно, не пожалеете. Еще нам нужно 3. Вообще, по идее, мне не обязательно выигрывать эти 3 оставшиеся гонки, друзья. Я думаю, что я могу выиграть, ну, 1-2. Ну, думаю, 2 вот еще выиграть, и я по-любасу, как бы, по итогам 4 заездов я буду первым, да? Главное, чтобы мои основные соперники, ну, тот, кто приехал вторым и третьим, чтобы они приходили, ну, где-нибудь, не знаю, 5-м, 6-м, да? То есть, вы понимаете, за каждое первое место мне дается 10 очков, за второе 8, и так далее, в общем, там снижается, ребятки. Следовательно, просто мне нужно приехать так, чтобы мои главные соперники постоянно были ниже меня. Ну, вот, в общем-то, и все. И тогда я просто выиграю по итогам, по сумме 4 заездов. А мы тем временем уже заезжаем на Вайнвуд. Нам ехать осталось совсем немножко. По идее, гонка будет сегодня вечером, но около, наверное, 6-7 вечера. Сейчас у нас на часах сколько? Сейчас у нас сколько на часах? Так, у нас сейчас где-то 2:10, ребятки. Так, осторожно, не врезаться ни в кого. Вообще, это обычная процедура. Мы приезжаем заранее и, в общем, там готовимся к заезду, там машины проверяем и так далее. Так же было в прошлый раз, друзья. Так, мы все ближе и ближе подъезжаем. Мне вообще не терпится узнать, какие новые тачки будут сегодня против нас гонять. Надеюсь, там не будет ничего особо крутого, конечно. Вау. Какая-то тачка прикольная, но побитая, кажется. Так, здесь авария. Вау, ни хрена себе. Ребят, осторожно. Так, мы на самом деле уже подъехали, да, как я понимаю? Да, ребят, мы подъехали. Вот, значит, то место, где все встречаются. Опять поставить машину негде, да? Ну, зашибись. Ну, ребятки, ну... Неужели нельзя придумать место для машин? Давайте поставим вот здесь вот за копом. Сзади поставим нашу машинку. Вот так вот, наверное, да? Так, включаем сигналочку, потому что здесь я никому не доверяю. Это вам скажу 100%. Так, что мы видим? Так, о, ребятки, скорая. Давайте подъем к скорой. Нас немножко подлатают. А то мы немножко так побились, кстати говоря. Помните, когда гоняли на BMX-е? Ёптите, ребятки, это что, Porsche? То есть, это что, это... Это новая машинка, да, по идее? А, зашибись, ребятки. То есть мы будем сегодня против Porsche гонять, да? Ладно. Так, слушайте, я тут немножко поцарапался. Может, меня немножко подлечите, а? Пожалуйста. Ну, меня вроде как немножко подлечили, перемотали. Перекисью руку облили. Но, в принципе, все в порядке. Ребятки, я реально волнуюсь по поводу этого Porsche-ка, потому что он... Он прикольненький, кстати. И наверняка быстрый, друзья. Наверняка быстрый. Так, ну что? Вот наш Dodge. Ого! Вы бы еще больше наклон взяли, чтобы она вообще стояла
носом вниз. Ребятки, ну как так можно? Это забавно. Так, ну короче говоря, сейчас будем ждать начала гонки. Так, ребятки, мы стоим на старте, радио выключаем, да? Так, погнали. Так, я вижу впереди, ребятки, этот Audi A5, да, если не ошибаюсь? Но я не вижу Поршика. Как-то мы сейчас всех пропустили, странно. Но я вижу, офигеть, Peugeot 307 или какой он там, блин, в такой комплектации угарно, я не могу. Так, ребятки, ладно, не расслабляемся сильно, мы сейчас 9-е. Так, впереди едет ТТ-шка. Я не очень понял, кто-то решил, что ТТ сильнее будет, чем, не знаю, какая-нибудь другая машина из тех, на которых там, ну, гоняли, ребятки, в прошлый раз. Так, значит, мы 8-й, я вижу здесь, вау, ТТ дерется с А7-м, это жесть как было. Ой, А5-м, ребятки, перепутал с А5-м. Слушайте, это А5-я реально прикольная тачка, ну, внешне, так смотрю на нее вообще. Тихо, вау, занесло. Выруливаем, аккуратно, все, едем, все в порядке. Так, мы 7-е, друзья, это вообще не дело, нужно их обгонять потихоньку уже начинать. Так, нужно нам сначала А5-го обогнать, хотя что-то я не могу его обогнать. Так, А5-го я обогнал, отлично. Так, едем дальше. У нас здесь Peugeot, но Peugeot реально смех какой-то, я не знаю. Но Peugeot мы обходим, наверное, да, все-таки мы его обходим. Значит, Lancer мы обходим. Слушайте, у нас напрямую просто офигенное преимущество. Но вот как-то при старте у нас жестко, как я не очень понимаю, но старт у нас фиговый. Так, впереди вижу Supra, аккуратно. Я не понял, впереди Supra, потом 370Z, а там что, Dodge? Вау, вы это видели? Охренеть! Он такого круголя дал и едет дальше. Ребятки, это дочь как у нас. Я не понял, а почему? Ну как бы дочь, я в принципе не против, что это дочь, но такой же как у нас. Почему такой же как у нас? Я не понял. Это странно. Наша это Liberty Walk слила кому-то дочь, что ли? Я не понял вообще. Так, ладно, ребятки, не отвлекаемся. Мы сейчас едем 4-й, нам нужно обгонять их всех. Но как-то очень сложно это сделать. Так, у нас здесь небольшая перестановка случилась. Значит, у нас Supra отлетела и приехал Lancer. Нас обогнал. Блин, друзья, уже финиш скоро, мы до сих пор пока 3-й. Это не дело, нужно обгонять. Я втапливаю, но я не могу быстрее ехать. Так, сейчас, опа-па, Lancer обогнали. Так, доджик, прощай. О, офигеть, друзья, под самый финиш обогнали. Так, не ошибиться, самое главное, не ошибиться. Все, финиш, отлично. Вау, друзья, это было жестко, это было реально жестко. Это пока была моя самая сложная гонка, потому что только под самый конец я смог выехать вперед и победить в этом заезде. Реально было сложно. Реально я не очень понял, почему не было Поршика. Это для меня было такое небольшое удивление, но, может быть, они для следующего заезда поставили, я не знаю. В общем, хорошо, что я против него не гонял, потому что против него было бы гонять очень и очень сложно. Значит, я увидел из нового, я увидел вроде бы ТТ. Ну, не было в прошлый раз, да, было в этот раз. И Peugeot. Это, конечно, Peugeot просто кадр. Еще я видел вроде бы Audi A5, если не ошибаюсь. Но ее здесь нету. Не знаю, вообще откуда набралась. Ладно, неважно, мы победили. Я думаю, можем спокойно теперь выдвигаться в сторону дома. Так, наша бэшка стоит здесь. Вообще, нужно будет сказать в следующий раз Liberty Walk. Пускай они вообще разберутся. Либо, чтобы они меня довозили сюда. Либо чтобы они сделали отдельную стоянку для моей машины, ну не для моей машины специально, а вот вообще какую-нибудь стоянку, потому что, ну как бы я не вижу, чтобы люди приезжали на своих машинах, да? По идее, лишь я приезжаю на своей машинке, но, ребятки, это очень неудобно, мне ее ставить некуда. Да, там стоит полиция, но от аварии там какой-нибудь случайный, моя машина не застрахована 100%, или от камня, знаете, проезжающие мимо машины тоже не, ну как бы застрахована, понятно. Но все равно, как вы понимаете, ситуация не очень приятная, если такая фигня случится. Так, ну мы уже заехали в Лос-Сантос, у нас немножко вечереет, уже где-то 8, наверное, между, да, уже 8:30 вечера, 8-9 хотел сказать. Так, уже 8:30 вечера, ну давайте поехали тогда в сторону дома, на сегодня мы тогда потихоньку будем заканчивать. В следующей серии я, скорее всего, займусь пирамидой Стивена, у нас, значит, на очереди два человека, это Крис и Дилан. Надо будет их разыскать. Нужно будет сначала связаться с нашим информатором, узнать вообще у него информацию, где найти Криса и Дилана, и, ну, либо того, либо другого. Посмотрим вообще, кого легче найти, и можно ли будет кого-то из них найти вообще в ближайшее время. Потому что, знаете, может быть такая ситуация, что, например, Крис там, ну, или Дилан, куда-нибудь уехали там, не знаю, улетели куда-нибудь, и я их буду здесь ждать неделю. Знаете, такая ситуация вполне возможна. Так, зеленый, поехали. Я думаю, что на днях нам нужно будет увидеться с Джонни, а то мы с ним уже очень давно не виделись.
что-нибудь мы с ним погоняем, или там какое-нибудь дело у нас будет совместное. Посмотрим, а то реально мы так, когда уехали из гетто, с Джонни мы очень редко видимся. Я последний раз не виделся, когда он знакомил меня с информатором. Это уже сколько серий прошло, друзья. Ну, одна-две, ну да, согласен, не очень много прошло, но даже в тот день, когда я виделся с Джонни и информатором, да, я виделся с ними всего пару минут, это реально не круто, потому что, ну, какое там общение за пару минут может быть вообще, да? А мы тем временем уже почти подъехали к нашему дому, у нас уже такая совсем ночь пришла, уже где-то 10:30 вечера, уже такая довольно-таки поздняя ночь, ну, не поздняя ночь, просто ночь, то есть вечер, ночь наступает в 12, да, ведь? А вот и наш дом. Так, поворачиваем. Сейчас поставим машинку и пойдем немножко отдохнем. Ляжем поспать. Так, машинку паркуем, ставим на сигнализацию. Отлично. Ну что, пошлите немножко отдохнем, друзья. Ну что, вот и подошла к концу сегодняшняя серия. На сегодня, друзья, мы сделали на самом деле не очень много. Сегодня мы погоняли на BMX в новом скейт-парке. Такой прикольный скейт-парк на крыше здания, но он очень опасный, я там упал один раз, сильно ударился. Пришлось аж к врачам потом обращаться. Потом, друзья, мы сегодня гоняли в новой гонке. Во второй гонке из четырех с компанией Liberty Волк мы победили второй раз подряд. Это очень круто. У нас есть большие перспективы на победу вообще в чемпионате, друзья. Ну и под конец хотелось бы еще раз сказать вам большое спасибо, что вы смотрите мои ролики. Это реально очень круто. Нас уже 1000 человек, друзья. Будем идти дальше, стремиться к большим числам, друзья. Это реально очень и очень круто. Ставьте лайки, если вам эта серия понравилась. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.